Любимая миллионами игра. Футбол играли целыми поколениями. Сегодня он не теряет своей популярности. С каждым годом количество спортсменов растет. Так и в Щелковском районе футбол – игра номер один. Популяризация этого вида спорта уделяется большое внимание. Создание условий для проведения различных игр – неотъемлемая часть его развития. Так, в летнем сезоне чемпионата Щелковского района по футболу приняли участие более 200 команд. Как юношеских, так и взрослых. Также игры проходили среди ветеранов спорта. Неспроста год за годом чемпионат привлекает все больше и больше спортсменов, и не только щелковских, но и футболистов из соседних муниципалитетов – Звездного городка, Фрязино, Лосино-Петровского и других. В этом сезоне они отчаянно боролись за звание быть чемпионом. И вот наступает самый торжественный момент – награждение. Сегодня, подводя итоги чемпионата Щелковского муниципального района по футболу, конечно, я хочу вам сказать огромные слова признательности и благодарности. Конечно же, в первую очередь тренерам, преподавателям, которые готовят наших маленьких футболистов, которые готовят уже постарше, юношей. И, конечно же, наши любительские команды по футболу из всех городских и сельских поселений нашего района. День награждения в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Медали чемпионата были вручены командам в четырех возрастных категориях. Также определили лучших игроков. С особым уважением и почетом наградили тренеров. В скором времени запланировано проведение награждения и команд ветеранов футбола. Каждый сезон, безусловно, насыщеннее предыдущего. Это все обусловлено тем, что у нас с каждым годом в нашем чемпионате увеличивается количество команд, количество возрастов детского футбола. Если в том году было 3, в этом 4, в следующем будет 5. У нас хорошие условия, у нас хорошие тренера, организации нашей федерации футбола, которая существует уже 10 лет. С каждым разом все пополняется новыми ребятами-энтузиастами. Стоит отметить, щелковские футболисты, как начинающие, так и взрослые, показывают довольно высокие результаты не только на районном уровне, но и на областном, всероссийском и даже международном. Так, двое щелковских ребят вошли в состав юношеской сборной страны. Это футболисты Илья Федоров и Данила Карпюк, выпускники щелковской спортшколы. Шаг за шагом и наши команды добиваются новых результатов, совершенствуя свои умения, в чем, безусловно, заслуга и самих спортсменов, и, конечно, их тренеров, неравнодушных людей, болеющих за свое дело. Нашего тренера Назариков Антон Валерьевич, мы очень благодарны ему, что он нас так научил, добились таких результатов, как спасибо ему. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».